Всем привет, я Алена, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео мы с вами откроем огромную посылку от Красотка Про. Давайте начнем. Коробка очень большая, не влазит в кадр, так что пока в таком ракурсе. В данной коробке мне прислали Beauty Box, там Nail товары и уходовая косметика. Запечатано, как видите, все хорошо. Сейчас я все разрежу. И будем открывать. А может и нет. Так, что-то тут. Ой, девочки, тут огромные скобы еще. Сейчас я вам немножко пошумлю. Чтоб открыть. Так, открываем. Что мы видим? Так. Накладная. Так. Бокс, видите, бокс. Так, куча пупырки. Вот он, красавчик. Пупырка-то такая прикольная. Так, все замечательно упаковано. Давайте доставать наш бокс. Такой тяжеленький, девочки, он очень тяжеленький. Сейчас. Итак, бокс я достала. Тут наклейка эмблема. Сейчас я отрежу. И мы его с вами вскроем. Коробочка на магнитах. Очень красивый цвет. Давайте открывать. Угу. Итак, первое, что мы с вами видим, это брошюра с содержимым коробочки. Давайте быстрее открывать, мне очень интересно. Так, первое, что мне попадается, это бальзам, 100% натуральный бальзам для губ с пчелиным воском. Сделано пчелой. Такое содержимое. Как видите, дата изготовления свежая. Косметика сделана пчелой, а именно бальзам для губ, создана на основе пчелиного воска в сочетании с растительными экстрактами и натуральными маслами. Давайте мы с вами вскроем и все посмотрим. Что тут за бальзамчик? Упаковано добротно. Не открыть. Так. Так, ой, какой приятный цвет. Выкручивается стик. Пахнет что-то действительно с воском пчелиным, медиком пахнет. Натуральный такой аромат и слегка с розовинкой, слегка-слегка. На губах он не смотрится жирным блеском, очень приятно сидит на губках. Следующий товар, это у нас Фима Адомикс. Всем известно, это декоративное украшение на ноготулечке. Под аквариум они смотрятся просто замечательно. Посмотрите, какие фрукты. Просто бомба. Весенне-летний дизайн, просто огонь. Спасибо. Следующее, что мне попадается, это лимони. Подводка фломастер для глаз черного цвета. Давайте его вскроем, посмотрим. Не очень люблю такие упаковки, потому что их невозможно открыть. Сейчас открою и вернусь. Итак, это влагостойкая подводка. Имеет скошенный аппликатор, который не пушится. Позволяет сделать ровные линии различной толщины. Интересненько. Давайте пробовать. Так, из-за кадра не вышло. Очень быстро сохнет. Посмотрите, как тонкие, так и толстые можно линии им нарисовать. Посмотрите, как хорошо сохнет. Просто моментально. И знаете, даже не отпечатывается. Супер. Крутая подводка, обязательно попробую ее на глазках. Следующая упаковочка упакована, сейчас открою.
Следующим мне попала InGarden скраб для рук и ног. Бережно очищает кожу, придает ей приятную мягкость, имеет легкий аромат. Такая бутылочка хорошенькая. Давайте откроем. Запечатано оно или нет? Оно не запечатано. Как приятно пахнет дынькой просто. У меня дыня, нежная дыня. Аромат супер. Давайте попробуем. Чуть-чуть нанесу и разотрем. Знаете, там такие частички. Я их прям чувствую, когда катаю. Видите, он немножко пенится, слегка-слегка. Но частички прям реально катаются. Очень приятное ощущение. Такое, как, знаете, легко покалывающий массажик. Я думаю, ручки и ножки после него будут замечательные. Знаете, в данном скрабе очень большое количество скрабирующих частичек. И вот я сейчас ручку помыла, кожа такая приятненькая. Здесь уже не такая, она тут прям, прям супер. Это, по-моему, будет мой must-have. Следующий продукт от Concept. Гидрофильное масло для волос. Масло зародышей пшеницы. Профессиональное масло. Такой пузырь увесистый. Очень здорово. Тут 145 миллилитров. Давайте посмотрим. Немножко его потрясем. И посмотрим, что это за... Ой, оно как пенка. Смотрите, как здорово. Очень приятный аромат. Вообще люблю Concept. У них крутые и масла, и шампуни. Очень нравится. Знаете, это для волосиков. Я прям обожаю Concept. Я очень рада этому маслечку. Супер, супер, супер. Его нужно наносить на влажные либо подсушенные волосики. Небольшое количество данной пенки. Распределить полностью по волосам, расчесать расчесочкой и высушить. И волосы будут супер. Я в этом уверена, потому что Concept, фирма очень крутая. И многие уже в этом убедились. Коробочка все меньше, товаров все больше на столе. Давайте продолжим. Следующее, что я вижу. Можете нажать на паузу и почитать состав. И это у нас Вилента. Молочко для тела мерцающего цвета шампань. Упаковка, конечно, очень симпатичная. Тут голография сумасшедшая. И бутылек такой немаленький, 150 мл. Давайте смотреть. Посмотрим, закрыт этот продукт или нет. Закрыт, запечатано. Замечательно. Я люблю, когда все закрыто и безопасно. Итак, защиту я сняла. Давайте посмотрим. Цвета шампань, такой персиковый и мелкий-мелкий-мелкий шиммер. Имеет легкий приятный аромат. Он такой прям, знаете, это не кремушек и не совсем молочко, потому что молочко более жидкое, а это такой приятной консистенции, очень приятная. Распределим хорошенечко по руке. Очень увлажняет кожу. И знаете, действительно имеет легкий-легкий-легкий шиммер, мелкий. Он действительно как легкая вуаль ложится на кожу. На камеру, конечно же, не видно. Здесь уже более сухая кожа. Здесь увлажненная. Да, имеет легкий аромат. Косметический, но приятный. Здорово. В состав входит персиковое масло, пантенол, коллаген. Следующее. Это Шерри. Черная маска для лица. Нажмите на паузу и все прочтите. Маска для лица против несовершенства иного действия на тканевой основе с бамбуковым углем. Тот, кто смотрит мой канал, он знает, что я фанат масок любых, тканевых особенно, потому что это быстро и легко. Супер! Черная масочка, очень приятно. И последний пакетик в данной коробочке. Продукция Charm Pro Line. Это топ и база колчуковая. Здесь по 10 грамм. База имеет достаточно густенькую консистенцию.
А вот топ уже пожиже, что не может радовать. У меня в коллекции уже имеются цветные гель-лаки от Charm Pro Line. И хочу сказать, что данные гель-лаки мне понравились. Они хороши в носкости, у них хорошая плотность и носкость. Я думаю, базовый топ ничем не хуже. Обязательно с вами протестируем в следующих видео. И в данной коробочке у меня осталась втирка от Rua Nail и гель-краска от Neo Nail. Будем с вами тестировать. Итак, первое, что мы с вами потестируем, это втирочка от Rua Nail. Наполнение, в принципе, неплохое. Я вижу, она крупненькая. Попробуем натереть ее пальчиком. Топ без липкого слоя у меня уже просох. И девочки, она не втирается. Может, надавить, как нам надо? Попробуем надавить, да. Надо надавить, она нелегко втирается. Надо надавливать. Итак, мы с вами втерли, сейчас перекроем топом. Итак, что я могу сказать? Это не супер зеркальная втирка из моей коллекции, но очень приятного цвета. Знаете, такого глубокого шампанского, либо легкого-легкого. Цвет меди, легкий цвет меди. Очень красивый, приятный оттенок. И последнее, что у нас осталось, это гель-краска от Neo Nail. Все хорошо запломбировано, упаковано. Сейчас мы с вами откроем. Такого золотисто-зеленого цвета с крупным количеством блесток, а скорее всего это даже слюда. Фольга резана. У меня, конечно, такого цвета нету. Давайте с вами выкрасим данную гель-красочку. Буду выкрашивать на черный, потому что это самый эффектный цвет. Подложка, вернее, для блесток. Знаете, они, может, не сильно пигментированы, но очень хорошо выравниваются по типсе. Итак, блесточки в два слоя. Вы видите сами, какой потрясающий цвет. Также хочу посмотреть, вернее посмотреть, показать вам, какой блеск имеет топ. Его уже протестировала вот на этой типсе. Интересные товары для ногтей. Такой гель-краски у меня никогда не было. Теперь надо обязательно взять несколько разных, попробовать. Мне понравились данные блесточки. Гель-краска и топ спокойно просыхают в 6-ваттной лампе. Что могу сказать в целом о коробочке красоте? Мне очень понравились данные продукты. Особенно я в восторге от концепта. Это вообще очень любимый мой продукт. Также мне понравился очень скраб. Интересно попробовать базу с топом, маска, молочко для тела, лайнер. Вообще отдельное спасибо, фломастеры. Я люблю такие. Причем он влагостойкий, вообще стойкий сам по себе. Мне нравится. И я знаю точно, что данный лайнер стоит более 500 рублей. Данную коробочку Beauty Box от Красотка Про вы можете приобрести на сайте за 1190 рублей, что в 2 или в 3 раза выгоднее, чем приобретать отдельности эти продукты. Вам стоит задуматься об этом. Обязательно пройдите на сайт, посмотрите. Это коробочка октября. Очень выгодное предложение. Мне понравилась данная коробочка. Буду сама заказывать себе, своим подружкам подарок. Но на этом буду заканчивать. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Оставляйте свои комментарии, пробовали вы данную продукцию или коробочки. Мне очень интересно, потому что я первый раз пробую данную коробочку. Спасибо на этом Красотки Про за это, за то, что они предоставили мне на обзор. Ну, на этом буду заканчивать. Всем спасибо, всем пока-пока.